Адам? Дон Иван с Турции. Но можешь звать меня Иван. Это наша яблонька. Разве не чудо? Доброе утро, ребята. Доброе утро. Доброе. Будьте с ним погостеприимней. Что ты собираешься делать? Хочу сделать штрудель. И что потом? Потом ты станешь свободным. Почему нельзя позволить им есть яблоки? Потому что это яблоки Адама. Он приготовит нам свой знаменитый штрудель. По-твоему, сатана не хочет, чтобы я испек штрудель? Началась битва, Адам. Жестокий неофашист. Это твой отец? Я должен приготовить штрудель, а поп сказал, типа, сатана мне мешает. После такого не живут. Это я тебе гарантирую. А что, и у церкви можно было стрелять? Чего же ты раньше молчал? Все прошло отлично. Веселья мало. Трупов мало. Знаете, что я думаю? Сегодня будет отличный денек.